Мясником быть трудно. Простые эксперименты на кухне показывают, что это не так. Кстати, как там дела? Я про него совсем забыл. Ну как, ты что-то гриль как-то не очень шпарит. На стенде выбора, конечно, полный аншлаг. Туда просто не пробиться. Идет мастер-класс по приготовлению на газовых грилях. Очень интересное действие, которое просто завораживает. Маленькая. Зато большие возможности. Давайте я просто расскажу, что нужно сделать. Нужно для почти любого мяса, который вы знаете, конюшни или кухни, нужно взять простой набор овощей. Это морковь, лук и зелень. Просто невероятное разнообразие блюд можно приготовить на грилях Weber. И тому доказательство огромное количество народа. У всех совершенно разный вкус, но все они любят вкусное мясо. Поэтому за грилями Weber в магазины Farnax на сайт farnax.ru ждем вас и смотрим далее, что же тут интересного на Russian Grill Fest.